Решил изучить тему сварочных столов. Вспомнил о товарище, с которым мы несколько раз оказывались в общей компании знакомых. Помню, что он когда-то занимался продажей металла, а несколько лет назад стал изготавливать костровые чаши. Позвонил ему проконсультироваться. Какой толщины лучше смотреть стол? Оказалось, за последние годы его цех по металлообработке сильно расширился. Помимо костровых чаш, они теперь производят уличную мебель, дизайнерские светильники, скамейки, фонари для городских парков, да много чего еще. А среди всего прочего еще и сварочные столы. Напросился в гости, а там огромное производство. В соседних цехах фрезерные ЧПУ-станки, электроэрозионная резка металла, сварка огромных заготовок из алюминия. Среди прочего увидел ремонт коробки передач для грузовика. По столам тема «производить их» возникла не сразу. Поначалу мы создались как предприятие, которое делает костровые чаши, услуги по металлообработке оказывает и так далее. Для собственных нужд сделали сварочный стол первый, потом второй, третий, и решили начать попробовать их продать. И они пошли. Сейчас мы очень активно делаем столы, толщина 6-8 мм и размеры всякие разные. От 0,5 на метр до 1500 на 3 метра. Столы делаем на профессиональном уровне. Плоскостность у них почти идеальная получается. Ведь самая главная характеристика сварочного стола – это плоскостность и жесткость. Вот. Если вам нужен стол, который выдерживает большие нагрузки, то с ребром 150 мм в высоту он выдерживает там до нескольких тонн. Мы сами их используем, сами на них работаем, производим весь спектр оснастки. Очень много к нам звонят и говорят, вот я куплю кит-комплект в разобранном состоянии стол. Но из нашего опыта не так просто получить ровный стол. Наши сварщики очень долго учились, приобретали опыт, чтобы получился действительно идеальный и ровный стол. Ведь зачастую ребра жесткости приходят кривые, их надо немножко отрихтовать, на вальцах мы их выравниваем. Ну и самое главное, когда начинаешь варить, углы утягивает. И кто бы ни рассказывал, я опытный сварщик, я это умею, по факту, через день к нам прилетают звонки и говорят, знаете, купил кит-комплект, собрали, а он стол получился кривой. Посоветуйте, что делать. Что делать? Сдавать металлолом его и заказывать нормальный стол. Делаю выводы. Сборные столы, которые повсеместно доступны в виде наборов в стиле «собери сам», это, в общем-то, совсем не то, что нужно. Правильную геометрию, как оказывается, может обеспечить только столешница, собранная на производстве. Мне показали несколько вариантов эволюции. Сначала ребята, имея возможность точной лазерной резки, делали столы на основе конструкции ШИП-ПАС. Но она себя не оправдала. Сейчас делают столешницу целиковой, сплошной. А ребра жесткости под ней как раз делают сборными. Честно говоря, получил огромное удовольствие, побывав на этом производстве. Ребята живут работой, получая удовольствие от результата. Я по-хорошему им позавидовал. Договорились, что приеду к ним потестировать сварочные аппараты. Может быть, в будущем снимем еще и совместные видео.